Короче, приложение начало прикалываться. Перезагрузил телефон, перезапустил приложение. Но нет. Показывает, будто движемся мы совершенно по другой улице. И не в ту сторону, и вообще не движемся. То есть мы сейчас сделаем кружочек и поедем на Пушечную. А он показывает, что мы где-то в районе Неглинной, что ли, Рождествен. Ну, короче, бред полный. Теперь вот мы остановились на светофоре. А он показывает, что мы где-то во дворах Рождественского бульвара. Едем дальше. А мы все еще во дворах. Возле центрального рынка, типа. Хотя нам до него несколько километров. О, что-то куда-то я там вырулил. О, прям возле рынка разворачиваюсь. То есть вот это я сейчас возле центрального рынка пошел на разворот. А по факту мы на Пушечной улице возле МДМа. Так, развернулся и поехал в сторону Тверского бульвара. Или не поехал. Но мы движемся по Пушечной улице в сторону Неглинной. Таксометр говорит, что мы все еще на Трубной. Но мы, походу, сейчас приедем как раз туда, на Трубную. И тогда наши координаты будут реально совпадать. Вот как вы считаете, при такой работе таксометра можно ли правильно вызвать машину? Можно ли показать пассажиру, где находится водитель? И можно ли правильно построить маршрут с правильным отображением стоимости поездки, времени поездки? И это, заметьте, это уже после перезагрузки устройства и после перезапуска программы. Так, опа. Чё, проснулся GPS? Ну, вот он пишет, что мы едем мимо ЦУМа. И мы действительно едем мимо ЦУМа. Но, правда, он показывает, что мы смотрим как-то поперек дороги, а мы едем как бы вдоль. Но это ладно, это уже мелочи жизни. Но опять же, мы его уже проехали, ЦУМ. Он остался сзади. А на карте мы еще не проехали его. Петра проезжаем. А на карте мы еще возле ЦУМа. А вот теперь самое интересное, видите, мы стоим на месте, никуда не двигаемся. А вот наш маркер двигается. Ну, теперь мы поедем. Короче, маркер как-то путешествует отдельно, живет своей жизнью. Я, конечно, на линию не выхожу, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Я, собственно, начал снимать тогда, когда нажал принять заказ, а мне программа написала, что он пропущен, и сняла с меня активность за пропуск заказа. Хотя я его не пропускал. Итак, мы выехали на Трубную. Стоим на светофоре, а наш маркер едет
едет и скоро нас догонит. Мы все еще стоим на светофоре, а наш маркер все еще едет. И вот он нас догнал. Ну вот у меня такое предположение, что он не остановится. То есть мы стоим, а мне кажется, он поедет дальше, в сторону цветного. Нет, остановился. Ух ты. Развернулся, повернулся и танцует вальс. Короче, поехал я домой.